глаза, может быть, чуть-чуть побольше поклонников итальянского клуба, но это именно копеечная разница. Не убежден сегодня, что и Жозе Мауриньо, и Луи Ван Гал не то что считают себя сильнее соперника, они могут говорить его по-испански, Дими Челес. В полузащите центральная зона, Марк Ван Боммел, номер 17. Все помнят его каратистские штучки, все помнят, что он побеждал с Аяксом на Лиге чемпионов у Арсенала. Но сейчас все совсем по-другому. Робин проходит Кристиана Киева, он уже в штрафной, передача! В газетах о той зоне риска, которая может быть у Интера. То вот именно эта зона, если Кристиан Киева один против Робина, то здесь просто разница скоростей даст голландцу гран. Осторожничали поначалу. Да, удар поворотом, рикошет случился и тяжелейший. Вот и Интер огрызнулся, смотрите, как тяжело было. Задевает мяч, поправляет прическу Камиду Алтантопу, да не только. Примерьте. Ну, наверное, все-таки не такой он электрический. Но очень они похожи, на мой взгляд. Робин с мячом. Бьется левой и не попадает. И вспомните последнее высказывание Ван Гала. Мауриньо тренер, который в границе технической зоны. Ван Гал больше любит сидячий образ тренерской жизни. Диего Милито. 1-1. Удар. Гол. Гол. И все-таки вот это пробоина в центре обороны Баварии. Да? Мяч. Вот смотрите. От Джулио Сезара. Милито сам же отбрасывает мяч. Снейдеру тут же получает его. Пятую точку. Ну не в чистом виде посадил. Но вывел голкипера Баварии из игры. Вот смотрите, это пауза. И дальше все было уже очень просто. Лежал Швайнштайгер вперед. А теперь контратака Интера. 4 против 3. И опять Милито получает мяч. Пас на это. Тот уже в штрафной, но мяч соскакивает с ноги. Обыграть, отдать или забить. Он может Киеву на вторую желтую подсадить. Это уже вопрос для Мауриньо в перерыве. А пока Диего Милито на Снейдера! Виноват дающий. Мяч. Ну, хоть половина лица Ван Гала тенью покрыта. Но красные пятнышки на его лице мы видим. Волнуйтесь. Куда пропах? 12 номер. Оборона в центре. Лусио 6, Самуэль 25. Полотерствует сейчас. Совершенно не к месту. Хамид Алтантоп можно... Вот момент. Да нет, пожалуй, Алтантоп Алтантопом, но надо было Мюллеру все-таки. Он тянулся к этому мячу. Треть времени владел Интер мячом. 7 ударов. Из них 4 сделал в створ. Заточенность, вы сами понимаете. И вот второй гол идет. Но гол Кладину. Уже поднял глаза. А Милито опять каков, а? А Милито опять каков. Надо было лететь просто спокойно. И мог бы тогда он проломиться решил. А может и получится. Лусио отбивает мяч, Баштубер накрывает, бьет ближний угол Алтантоп. Удар от ворот в пользу Интера. Она вскроется. Кристиан Киву за клоза, ага, Робин опять низом, удар Мюллера, опасно, рикошет, лысая голова, там Эстебана. Швайнштайгер, очень много он вытаскивает мяч из обороны. А стеночку из 3 человек будет поставил. Отсюда не боится. Зря. Впрочем, хозяин барин. Там и Вальтер Самуэль. Робин. Высокий отскок. На грудь принимает мяч. Он уже в штрафной. Удар. Дальний угол. Жулио Сезар. Великолепно. Только и здесь, в Мадриде. Было дело. Было. Мяч летит в дальний. Еще раз смотрим удар Робина. А там у Кристиана Киеву ногу свело. Такой, по-моему, сейчас Баштубер должен желтую карточку получить, но потом, когда будет игра остановлена, игра, он очень опасна. Милито у штрафной, обыгрывает, как ребенка, защитника Баварии и забивает второй сольный номер. Аплодирует не только, но это все-таки заинтересованные. Вот она. Но завтра Интер выиграет, Мауриньо будет на всех без исключения плакат. Пусть будет, он это заслужил, но пусть он будет вторым. Милито просто великолепен. Просто запоздало оставить, а один в один Робина. Он тоже так и разберется, так ведь не оставляют. Ни Олича, ни Реда Филандера, тот подошел, еще играть было минуту, было минус 2. И вот оно снова произошло. 2-0. Два мяча Диего Милито. И с тем же киевским Динамо дома, например. Он не был очень итальянским. И эмоции, и красота голов, и нюансы передачи, комбинации. Все было на высшем уровне. Где проходит последний матч Лиги чемпионов в сезоне. На фоне этого салюта Милан, Интер и Милан.
не ушедшие пока еще.